Кино «Под открытым небом» уже в течение нескольких лет проводим вот в Уральске, благодаря каких-то спонсорам, людей, которые нас поддерживают. В этом году вот организовали кино «Под открытым небом» на стадионе «Ак-Жайык». Ну, сегодня очень много народу было, реально оправдалось то, что мы хотели, столько народу пришло. Ну, техника немного подвела, а в дальнейшем еще будут показы, будут еще много новинок. Через несколько недель будет в 3D-формате. Все зрители могут в 3D-формате посмотреть фильм, тоже будет на «Под открытым небом». С 20.30 до 21.30 были шоу-программы, игры, конкурсы, развлекательные программы. И давались подарочные сертификаты, подарки от наших спонсоров. И вот с 20.30 от 10, до 11.00 будет показан фильм «Несмотря ни на что». Это фильм, основан на реальных событиях. Семейная комедия, это драма, очень классный фильм. Вот недавно, месяц назад, по-моему, вышло. Всем, надеюсь, понравится. Настроение просто самое супер, что прекрасно. Мама! Какие впечатления об этом фильме? Я пришла только недавно, но уже есть воспоминания, которые могу вспомнить в будущем. А ожидания оправдались? Оправдались, на 100. Дальше будешь приходить? Обязательно, конечно. Что можешь пожелать? Всем только добра, счастья, любви. Бізде бәрі керемет, өте көңілді, бәрі жақсы өтіп жатыр жалпы. Барлықтарыңызға көп рахмет. Жаңағы мына біздің бауырымыз ұйымдастырып жатырған Мұрат Емешке алғысым шексіз. Әрдайым да осындай керемет проекттер болып тұрса, ол жастар үшін, әрине біздер үшін бұл өте керемет. Бір-біріміздің қарым-қатынастарымызды байытып, әрдайым көрісіп тұрамыз. Не айтасыз сіз? Әрине, ебірден ұйымдастырушыларға үлкен рахмет айтамыз. Осындай ашығасқан бұл тек қана біздің жастарды қолдау бағытында, бір-бірін жаңа көрсету бағытында, және жаңағыдай развлекательный ойындар ойнап, бір жағынан жаңа бір кешті демалысты жақсы ұйымдастырудың бір себебі деп білеміз. Сол себепті ұйымдастырушыларға бір үлкен рахмет айтамыз. Сабина, а тебя? Любви год. Как настроение? Отлично. Что ты ожидала от этого фильма, от этого мероприятия? Я уже не первый раз на таком мероприятии. Уже вот второй год подряд хожу на кино «Под открытым небом». Мне все очень нравится. Мне кажется, нужно чаще проводить такие мероприятия, потому что это очень хорошо кино. На свежем воздухе это вообще отлично. Какие еще пожелания ты можешь? Ну, желаю организаторам дальнейших успехов, чтобы все у них получалось. Чтобы оборот людей, все количество людей набирало большие обороты, чтобы была аудитория больше. Надеюсь, людям так же нравится, как и в принципе это очень крутое мероприятие. Привет, меня зовут Сабина, а вас? Привет, Самат. Спасибо. Как дела, вы откуда у вас? Я Самат, и все супер, все отлично. Как вы услышали об этом мероприятии? Через интернет? Да. Что вам понравилось? Какие впечатления? Впечатления нормально. Все на высшем уровне. Особенно конкурсы. В Алмате проводите такие мероприятия? Нет, не видел. Вообще первый раз такое вижу. Что можете пожелать организаторам? Организаторам дальше успех. Продвижение. Если бы это было так, чтобы дальше было так, так же. Ты пришел во вчерашний прокуренный обед. В Уральск к нам в гости или как? Нет, переехал сюда. Так, что тебя теперь несет перегар, несмотря на десятки бензинцев. Также будете посещать такие же мероприятия? Конечно.